Вот такое утро в январе, может быть, если ты находишься на другом краю света. Березки-то здесь растут, и травка зеленая, пока дождик. Начинается первый экскурсионный день. Едем в национальный парк. Здесь покупают билеты в заповедник, карты берут. И выполняются посадочные талоны на лодочку. И получив посадочный талон в той будочке, с паспортом, кстати, если покупаете, мы идем на лодочку. Вот это, Эль-Барко. Здесь вот такие виды у нас. Так что туристическая жизнь началась. Vamos a ver. Пойдем посмотрим. Такой кораблик. Он типа катамаран. Здесь идет информация на испанском и на английском языке. И вот мы будем на этом катамаране плавать по озеру Аргентина. Ну, Серебряное озеро. Очередь желающих сфотографироваться. Цвета меняются в зависимости от того, с какой стороны мы смотрим на него. Там получается фиолетовый, голубой, зеленый. Сравнение с другим корабликом. Такой же кораблик, как и мы. И вот это айсберг. Красив, зараза. Это маленький. Вот маленький, а там большой.
Алтай. Вот водопады. Это все вода из ледника. Parte de lo que es el agua de fusión, el agua de derretimiento del glaciar que alimenta este brazo del agua argentino. Y más arriba empiezan a emerger las puntas, las peritas del glaciar peinado. Y даже, наверное, срываются кусочки айсберга. Все громадные айсберги отламываются и плывут себе дальше. Смотрите. С этой стороны смотрите, как меняется цвет. Темный фиолетовый. Какая красота природы. По концу совсем темный. Как будто кто-то краску разлил. А с другой стороны смотреть будем все по-другому. Небольшие кусочки так и плавают здесь. И хорошо, что небольшие. Вот они откололись там. Вот они. И плывут. Вот теперь такая забава. Все толкают ледник, держат его практически. А вот вон цвета, цвета какие, а. Ну все, надо прекратить его снимать. Экскурсия продолжается дальше. А это набрали кусочек Перита Морейна, когда стояли рядом. Вот теперь у нас в баре стоит кусок ледника. Выгрузили из нашей лодки, и у нас будет небольшая экскурсия по берегу, по заповеднику. Тут уже такие деревья интересные, горы. Корни. Ну, так и идем по этой волшебной дорожке. Она такая обустроенная, с мостиками. И это вот небольшие речушки из ледников. Они все впадают в это озеро. Ну, очень так живописный. Вон наш кораблик. Трекинг небольшой. Идем по дорожкам, чтобы, не дай бог, на кого тут не наступить. Такие стволы. А вот, может быть, вот это калафата? Такие прямо ягодки, нет, цветочки. Вообще похоже, как птички какие-то. Колибри висят. Это, так сказать, передовой пост открывателей, основателей. И вот тут они и жили, в таких маленьких домах. Да, сейчас, конечно, здесь никто не живет. Вон там трейлер остался. И они все как раз вырубили все деревья, которые здесь росли. Вон как растянулся по берегу весь наш кораблик. Ну что,
поплывем дальше. Сейчас все вернутся, покушаем. Кораблики кормят. Картошка, соус. Сюда нам положили кусочек ледника Пирито Морено. И можно выбрать напиток. И там вот такой сэндвич. Что-нибудь кардера и сыром. То есть местный барашек. Такая красота внутри. А тут еще помимо картошки морковка печеная. И десерт еще. Так что мы сытые и довольны. И вернулись. Ну, правда, и завтра увидим. Но уже не с водой. Добыча льда. Ловят его сетями и большой палкой вот так. Вылавливают прямо здесь. И в бутылочке, в принципе, можно пить. Подъехали поближе к льду, которому 1000 лет. Забросим наши сети. Вон тот кусочек выбирает, то есть тут как на рынке. Поближе его подтянули. Залавливали. Поймали. Есть. Yes.